терпеть смогу красу твою и ширь. Зерно мое пшеничное, моя калина красная, раздольная и гордая. Земля моя, Сибирь, взмахну крыло, польюсь рекой из края в край. Давай,
Наверное.
Потому как
Искусство лечит. Проходит год за годом, люблю полакомиться я черешневым компотом, и сельдереем закусить всегда не прочь, бабуся. Но где ж все это раздобыть, не ведает бабуся. Я ем картошку с салом, и с огурцом соленым мне пучка петрушки мало. Мечтаю, как ем баклажан тушеный с помидором. Сойду с ума и соберусь солить сама все скоро. Танцуют все! Бухарманы здесь у нас. Испытание, чёрствый хлеб да кислинки вас, вот и всё питание. Глухомани здесь у нас, жизнь как испытание, чёрствый хлеб да кислинки вас, вот и всё питание. Эй! Вау! Постой же, погоди же, ты куда? Ведь я же не со зла, я пошутила. Сбежала от меня, ты вот беда. Я дожди, да чайком не угостила. И ты меня сейчас не люблю, и девчонки без поем. Возвращайся, накормлю. Я пельмени еще не люблю, и девчонки без пою. Возвращайся, накормлю. Поступать с гостями, мне костяная смесь стучит нога, и ты уже чуть не стала я костями. Убегаю от еги, убегаю от еги, руки, ноги, береги. Убегаю от еги, убегаю от еги, руки, ноги, береги. Вопли слушать. Очень уж я гадкий. А так
стройный такой, дяденька. Естественно. Я ж спортом занимаюсь. Я, может, и безмерный, потому как спорт – это жизнь. Слушай, может, отпустишь меня? Не могу. Лыжа сломалась. Скучно мне. Так и я видала в твоих видениях, как люди их чинят. Гриб у тебя есть? А ты думаешь, нет? Не надейся. Есть у меня чудо-клей. В момент клей. Ежели кто убегать вознамерится, то я тебе клин навеки приклею. Ладно, хватит болтать. Неси клей. Я мигом. Вот я попалась. Придется лыжи клеить. Тоже мне додумался летом на лыжах кататься. А вдруг у меня все сикость-накрость получится? Сидеть мне тогда в теплице, не видать мне тогда цветов садовых, не вдыхать воздуху деревенского, не пробовать молочка парного. А вот и день. Делаешь плохо? Прощайся, солнышко. Не увидим тебе его вовеки. Не мешай Кощей работать. Молчу, молчу. Так вот и так. Теперь под пресс положим. Так. Вроде люди вот как делают. Слышь, Кощей, а ты что, летом на лыжах-то катаешься? Давай отпустишь вот меня сейчас, я тебе такую гиру принесу. Я видела, у них там целый тренажерный зал. Да, это точно. Пора мне на летний вид переходить. Это я еще от Олимпиады не отошел. Ладно, иди. Да про обещание свое не забывай. Мне на праздник надо, а у вас тут что?
болото. Оно самое, а я кикимора. Угу, живу я здесь. Скучаю ужасно. Надоели все и лягушки, и комары, и пиявки. Раньше вот тульечка была у меня волшебная. И меня мне ее помнится подарил. Тоже домой просился. Так я музыку слушала разную. Только вот поганки потеряли ее где-то здесь на болоте. Я их наказание засушила, конечно. Но ничего, теперь буду с тобой разговоры вести. Да вы переиграть разные. Некогда мне в игры играть. Идить мне надо. Коли верила тебе мною здесь находиться, то так тому и быть. А ежели убежать вознамеришься, то ничего у тебя не выйдет. Это почему? А потому что плутать будешь по болоту, а уйти не сможешь. Такова воля моя. Вот, попробуй. Дорогая, ты, конечно, не обижайся, но жить на болоте – это что у меня в потеряге? Тоска смертная. Знаю, потому и беру тебя в собеседники. Есть у меня кики, хорошая идея. Говори. Давай я тебе твою дудочку отыщу, и будешь ты, как раньше, на болоте с музыкой жить. Ой, ничего у тебя не выйдет, 300 лет уж ищем, найти не можем. А я попробую. Черепановского района. Искровское муниципальное образование завершает конкурс.
2014 года. Прошу внимания на экран. Мы покажем вам фотографии участников конкурса. Которые работают в бюджетной сфере, они у вас просто замечательные.
побывали в зимовской школе, побывали в зимовском сельском клубе. Вот там коллектив небольшой, но они тоже нас поразили своей визиткой. Там столько цветов, столько поделок, столько творческих у них вот новшеств. Вы знаете, вот красоту видят люди во всем. И жители пришли, посмотрели. Спасибо огромное за то, что вы делаете. Мы побеседовали и с ребятишками, и с жителями. И я вот думаю, что детей невозможно обмануть. Если плохо, дети не пойдут. Но детям очень нравится то, что делают в ваших домах культуры. Мы бы побывали у вас сегодня в маленьких поселках, побывали в Романовском клубе. Там работает один специалист. Спасибо ему огромное. Ежегодно она украшает свою территорию. Вот вы, наверное, на экране смотрели. Очень много поделок. Ходят дети, потому что им интересно. Все делается, в принципе, там полставочки всего. Но человек, я думаю, тратит свое свободное время для того, чтобы детям и жителям было комфортно в этом клубе. Вот на прошлой неделе мы были в деревне Безменово. И там заведующая сельским клубом, она как бы так вот напористо начала общение с нами. Вот вроде бы это не так, вот это не так. И времени мне оплачивают за небольшой период времени. И честно сказать, вот, я сегодня не очень-то хотела ехать смотреть этот сельский клуб. Но когда мы туда приехали, спасибо огромное, вы нас поразили. Организована выставка была овощей. Пришли детки, которые приняли участие в подготовке мероприятий. Вообще было очень интересно. Ну а по эстровскому клубу я вам уже сказала. То, что визитная карточка превзошла все наши ожидания, вот там остановка, как, скажем, коллектив клуба пытался изобразить творческий подход и вообще постановку саму, вот посвященную самому конкурсу «Люблю тебя, мой край родной». Я понимаю, что можно сделать формально, подойти, но то, что сделано было сегодня, вот вы, наверное, поняли, такое чувство, что мы побывали в театре, а не в каком-то сельском доме культуры. Поэтому я хочу, чтобы вы все поаплодировали коллективу Дома культуры. Огромное-огромное вам спасибо. Все продумано, все очень интересно. Вот, полчаса вроде бы какие-то, но вот погрузились в сказку. Я думаю, что жителям поселка Искра повезло от того, что в вашем клубе работают такие замечательные люди. Ну а сейчас я хотела бы вручить награды заслуженным людям, участникам конкурса «Люблю тебя, мой край родной». Пожалуйста. Благодарность администрации Черепановского района награждается Золотухина Валентина Митрофанова за участие в районном конкурсе застройка, вообще всего разбросана по всей территории. Но то, что там живут такие замечательные люди, которые делают нашу жизнь краше. Вот столько много цветов, столько много разных идей, и сколько еще впереди идей. Планируют и построить еще зону отдыха, беседку. Спасибо вам огромное. Когда проходишь мимо таких усадеб, хочется остановиться и порадоваться и за хозяев, и порадоваться за то, что вы делаете нашу жизнь краше. Спасибо вам огромное. Валерий!
я тебе будущее покажу. Смотри на экран. Вот твой цветник будущего. А это на память. И вот это на память. Александра Игнатьевича. Пожалуйста, садитесь. Как я вам уже сказала, мы побывали во всех населенных пунктах вашего муниципального образования. И вы знаете, вот, Александр Игнатьевич, он проживает один. И то, что его усадьба поражает своей какой-то вот индивидуальностью, самобытностью, во-первых, он мужчина. И сами знаете, какой народ у нас мужчины. Но Александр Игнатьевич, он у нас исключение. У него все на 5 с плюсом. И цветники, и помидорки, которые вот ствол куста, и на нем, ну, точно ведро помидор на каждого. Все лишнее убрано, никакой сорной растительности, и морковь, и свекла, и картофель. И все ухожено, и все благоухает. Спасибо вам огромное за то, что вы есть. И дай вам Бог здоровья на долгие-долгие годы, чтобы вы нас радовали своими цветниками. Спасибо вам огромное. Ну, оказывается, у нашего участника еще 22 августа будет 77. Не уходи. Будущее у
у тебя будет прекрасным. У тебя и у твоей семьи. На экран! На экран смотри! Смотри, какой домик, а корова! Больше водочка! Человек добр душой и горит желанием, чтобы к нему шли,
нужно создавать тепло, уют и красоту. И все получится. Спасибо. И благодарностью администрации Черепановского района награждается директор Зимовского сельского дома культуры Власенко Татьяна Николаевна. Пожалуйста, пройдите. Хочу, чтобы вы еще раз аплодировали, вы замечательная женщина. То, что ее любят и уважают в поселке Зимовье, это бесспорно. Ну, я не знаю, сколько там у вас, но 40, наверное, соток, 40 или 50 территорий есть. Все выкошено. Помимо этого, 60 подсказывает, видите, вот глазомер у меня плохой. Все выкошено, столько много сделано поделок для детей, игровая площадка. Цветники, вот по сравнению с прошлым годом, они расширены, но увеличили ровно в 2 раза. И какую замечательную они нам сделали визитку, пришли люди. Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы делаете для ваших жителей, для ваших детей. Спасибо. Сейчас на эту сцену я хочу пригласить директора Исковского сельского дома культуры Печенникову Ирину Артурову. Ирина Артуровна одна из лучших руководителей сельских домов в нашем Черепановском районе. У нее работает замечательный творческий коллектив. Вот конкурс «Люблю тебя, мой край родной», мы практически, наверное, с июня начали ездить. Все лето коллектив вашего сельского дома культуры сопровождал нас во всех населенных пунктах. Помимо этого, они еще успели съездить в Искитимский район, достойно выступили там на 2 площадках, им там аплодировали на бис, и информация о них Искитим разместил на сайте администрации Искитимского района. Но то, что вы увидели сегодня, ну, это превзошло, наверное, все наши ожидания. Мы вот ежегодно, когда едем в Искру, знаете, много вот хороших визиток делают в сельских клубах, но когда мы едем в Искру, мы ждем чего-то, вот, знаете, вот какого-то взрыва. Потому что то, что делают они, не делает никто. Поэтому спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы собрали такой творческий, хороший коллектив, за все то, что вы делаете для ваших жителей, для жителей Черепановского района. Дай Бог вам здоровья, собственных успехов, чтобы вы процветали, чтобы у вас рождалось много-много идей, чтобы вы нас всегда радовали, с удовольствием сегодня побывали. Но это сказка. Спасибо. И уважаемые жители Искровского сельского совета, вы все, наверное, знаете, что 14 сентября у нас пройдут выборы. На вашей территории будут проходить выборы главы муниципального образования и будут проходить выборы губернатора Новосибирской области. Мне бы очень хотелось, чтобы вы все пришли на избирательный участок, сделали свой выбор. Я думаю, то, что вы поддержите Сергея Павловича, а я хочу, чтобы вы его поддержали, чтобы ваша территория процветала, потому что денег в вашу территорию администрации района, администрации Новосибирской области ежегодно вкладывается очень много. У вас подходит к завершению газификация. У вас в этом году будет завершена замена водопроводных сетей. То, что вам Аркадий Владимирович обещает, он все делает. И я хочу, чтобы вы его поддержали. И еще второй бюллетень будет у нас выборы губернатора Новосибирской области. Вы, наверное, знаете, что кандидатура у нас не одна. Ну, я всем говорю, в воскресенье нерабочий день. Я могу высказать свое мнение, и поэтому я бы очень хотела, чтобы вы поддержали Городецкого Владимира Федоровича. Во-первых, это человек с большим, очень большим стажем работы. Он несколько лет подряд избирался и работал главой города, мэром города Новосибирска. От имени главы Черепановского района поздравить вас всех с
праздником, пожелать всем счастья, здоровья, благополучия, долгих-долгих лет вам в жизни, вашим детям, родным, внукам, близким, чтобы всегда на ваших лицах сияла улыбка, и чтобы в ваших семьях всегда все было замечательно. С праздником! Спасибо! Приглашаю на сцену Сергея Павловича Веревкина, исполняющего обязанности главы Иркутского муниципального образования. Добрый день, уважаемые жители поселка Искра. Я хочу от имени администрации нашего сельского совета поздравить вас с сегодняшним праздником. Это 10-й праздник по счету. Я помню, в 2005 году на этой же сцене мы первый раз начинали это мероприятие. Называлось оно «Ты усадьба нашего царя всех хороших». И от того, что оно изменило наименование на наш край родной, мой край родной, как ты прекрасен, от этого ничего не изменилось. С праздником вас, во-первых, здоровья вам, счастья, успеха во всем. Ну и дай Бог, чтобы вот такие семьи, такие усадьбы, которые показывали сегодня на экране, которые мы смотрели, чтобы было их больше. А для того, чтобы стало их больше, это зависит не только от администрации совета, это зависит и от вас в том числе. Как будет работать администрация? А я обещаю, что на следующий год административная комиссия работы будет море. И вот этой травы, которая еще где-то осталась, я думаю, уже не должно быть. Ну, а на сегодняшний день спасибо вам. Низкий поклон работникам администрации, низкий поклон всем работникам культуры. Как с Ириной Артуровной мы разговаривали, получилось, я считаю, лучше всех. Я всегда говорил, что когда работал в Зимовской школе, говорил, зимовские лучшие учащиеся. Я сейчас говорю, наши жители муниципального образования лучшие в районе. Спасибо. Я хочу, когда готовили это мероприятие, мы разговаривали о том, что возродить традиционно советские... Так, чтобы вот те усадьбы, которые не только вот блистают, но и те, которые поддерживают ежегодно на своей территории образцовый порядок. И чтобы об этом знали все на территории муниципального образования. Вот один человек сегодня здесь присутствует. Я от имени администрации Искровского сельсовета хочу поздравить Татьяну Николаевну Ряховскую за лучшее домовладение усадьбы, которая постоянно... программы «В селах», где проходил конкурс «Люблю тебя, мой край родной».
Давайте посмотрим, как это было. Начальнику культуры нет покоя от весны. А на труды вам нужно понимать, это долгожданный отпуск наш. Где же ты, где же ты? Люблю тебя, мой край родной. За 10 лет обезил весь район свой. В этом году, и мы с тобой на каждой стене. Никакой первый канал нам тебя не заменит. Едем мы по району, ступать по району.
по нашему Черепановскому району. Дорогие друзья, спасибо всем огромное. Коллективу Исковского сельского дома культуры и вообще всем Исковкам спасибо. На этом наша встреча подошла к концу. До новых встреч!